Удивительный клад был найден на юге Шотландии. Детекторист, а по-нашему кладоискатель Дерек Макленнон, прогуливаясь со своим металлоискателем, наткнулся на сигнал. Под катушкой могло быть что угодно, но Дерек рассчитывал на нечто интересное, ведь на этом месте когда-то стояла церковь. Поразительно, но ЗОЗО, так в народе называют металлодетектор CTX-3030 от бренда MineLab, зацепил горшок, но не простой, а серебряный. Впоследствии оказалось, что это самый большой серебряный горшок, найденный на территории Шотландии. Причем горшок этот был полностью забит древними артефактами. Содержимое действительно поражало. В нем было более 100 предметов из золота, серебра, хрусталя и драгоценных камней, которые были датированы 10 веком. Здесь были браслеты, фибулы-броши, сюльгамы, бусины, шейные гривны, платежные слитки, золотая заколка с навершием в виде птицы, хрусталь, обернутый золотой филигранью и огромный англосаксонский крест. Судя по надписи на одном из предметов, все это богатство принадлежало человеку по имени Эгбеорхт и было спрятано около 1000 лет назад. И как же поступило государство? Отобрало сокровища и посадило кладоискателя? Нет, за полгода фонд национального наследия, правительство и меценаты наскребли 2 миллиона фунтов. Для кого? Для того, кто спас эти бесценные с исторической точки зрения артефакты. Интересно, а как бы поступили у нас? Ваше мнение пишите в комментариях. Друзья, поставьте ваш наижирнейший лайк, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на канал, жмакните на колокольчик и до встречи. Пока!